что это за шаурма какая-то? Мы что, сегодня чачу пить будем какую-то? Или, я не знаю, или арак? Нет, ты не в ту сторону пошел, не на восток, наоборот. Вообще не туда? Нет, не с... И спаниш тортильош. Спаниш тортильош? Да. Это ты сам эш прибавил, да? Я же испанский знаю. Тортильош. Магазинчик Литра. Beer and Whiskey. Подогнали нам. Подарочки. Та-дам! Та-дам! А ты можешь нырнуть в свой погреб и все достать? А что все с твоей стороны? Почему у меня... Ох, нажрёмся, блин! И завершающим таким... Ба-бам! Это тоже сидр? Шампаньола какая-то. Шампаньола? Да, сидровая шампаньола. Легарде Гамин. Камин. 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 Да вроде не холодно, зачем нам камин? Камин. А с чего начнем-то, а? С этого. Отлично! Так, это все мне? Да. Блин, здесь же пробка. А штопора-то у нас нет. Это помнишь, как у нас было? Нам нужен мощный друг. Какой дверь, да? Который умеет вскрывать их. Слышишь, ну что делаем? Ну что делать? Берем штопор. Студент! Специально вот это интригу. А тут даже взвесь какая-то есть, да? Хорош. О! Так, тортилью пока нафиг, да? Ну да. Пока мы... она нас не интересует. Нам главное процесс. Давай. Ну... От винта! От винта! Помидор! Какой приятный звук! Да! В этом прелесть бутылки! Ай, золотистый какой! Класс! Лимонад! Слышишь, бро, я не знал, честно, я думал тут... Понимаешь, я сейчас уже вещи уже собираю? Какие вещи? Что это такое, я могу понять? Ты как рассчитываешь вообще? Первый раз дал сбой. А ну документы, покажи мне еще раз наши. Чёртовая испанская, блин, фасовка. Все сбило, глазомер сбил полностью. Рассчитал так нормально. Ладно. Поделимся. Рассчитал так рассчитал. Во! Ну даже больше мне. Даже больше. Чтобы... Процент за... За нервы. Да. Ну что? Ну пахнет вином. Как ни странно, я привык, сидр пахнет зеленым яблоком. Да, кстати, те, кто привыкли, что пахло свежим сорванным яблоком. Ну, совсем... Совсем другое. Совсем то. Пахнет вином. Игристым вином. Да, немножко... И немножко скотным двором. Знаешь, двор. Испанским скотным двором. Где овцы прыгают там через друг друга, да? Си, сеньор! Не, ну такой интересный. Интересный запах. Не, ну вроде сидра, да так? Тогда сразу вспоминается Испания, да, солнце, пляж, море, оливки, мандарины, апельсины. Ты сейчас про Азербайджан, ты про... Ты куда-то ушел. Ну, почти, да. Не, ну, пальмы. Дон, мать его, ход. Да-да-да. Дон Кихот. Да. Ну шо, Хорхе? Ну, вкусим, так сказать. Да, за солнечную Испанию. Этот нектарус
Нектарус? Угу. А? Ух, ё. Сухой-сухой. Кислый. Сухой. Я думаю, мы мало этих тортильев взяли. Да. Сейчас они пойдут. Сейчас пойдут, сейчас вторая уже пойдет, уже будет не так просто. Да. Ну, летний напиток, Виктор. Очень летний. Летний просто. Надо... Мы зря здесь сели, надо было где-то в полях упасть, чтобы это... Эй, вы кто? Бах! Фазенда, солнце, да, какая-нибудь... Самое то. Да. Очень легкий, сухой, кислый напиток. Пахнет вином и исходным двором. Ну, мочеными яблоками. Ну, скажем так, мочеными яблоками. Моченые яблоки, да, скажем так. Да. Если... Ну, моченые яблоки пахнут скотным двором. Мы как бы не уходили оттуда. Все там же. Да, сухое-сухое. Ну, натурпродукт. Натурпродукт. Ясный. Явный. Сразу понятно. В воду заходишь, да, вроде тепло, на улице жарко, вода вроде тоже теплая. Попробовал, блин, холодно, как-то заходишь, холодно. Потом раз, отпуск такой. Окунулся, и все, и как бы уже тепло в воде, нормально. Вот так же и с сидром. Да, сначала язык немножко очумел, а потом уже... Кисленький, а сейчас прямо замечательно. Привык уже замечательно. К испанским традициям. Хочется прям моцареллу какую-нибудь сейчас. Говорят, козий сыр хорошо подходит. Да, козий сыр хорошо, я думаю, подойдет. Как ни странно, шашлыка хочется. У них есть там какое-нибудь барбекю испанское? Ты знаешь, я думаю, верняк. Да? Угу. Ну не могут я испанцы думаю, без барбекю. Без барбекю как-то вообще странно знаю. Было бы с таким-то напитком и без барбекю, да? Это да. Ну такой, как ты на райский фрукт? Эдемский фрукт. Эдемский. Квинтэссенция эдемского фрукта. Да-да-да. Золотистый такой, красивый золотистый. Кстати, как они так цветы оставили, а? Обалденный цвет просто, да? Такой кусочек солнца в бокале. Ого-го! Это первая бутылка, заметьте, да, коллега. Что там дальше пойдет? Карина? Ну, это даже интересно. С Кариной, конечно. Не, интересный запах, как вот, знаешь, бывает у фармхаусов вот эти вот кисляки пивные, когда... Пьется? Сброшенные вот этими дикими бритономицетами, там, дикими какими-то дрожжами, плюс молочно-кислое брожение, и вот получается вот этот непередаваемый запах такой, сразу закрываешь глаза, такое солнце, жара, такая дорожка бьется, такие подтек, это да, солнце, камушки такие вот, пыль, пожухшая трава, где-то пальмы, там море вот так очень хорошо. И такой коровки, свиньи. Перекати поле поскакал, да, такой? Да ты куда-то в Среднюю Азию уже пошел. Нет, какая-то Валенсия такая. Дон Кихот с копьем там на Эгименце. Проткнул эту лопасть, его понесло туда. О, брат. Жжешь ты хорош, конечно. Это да, что-то есть. Хорхе, ты давай, нет, успокойся, мы только начали. Что-то в нем есть. Крабанка Сидра Натурал. Натурало. Нет, просто Натурал. Ну ладно. Приора. 6 алкоголов. Да. Ну давай. Да, пробуй. Звук прелестный. Да. Это да. Будем наливать вот так. Да, потому что нам еще пить и пить. Пити-пить, да. Пити-пить. Кто это? Это как имя у какого-то, блин, гномика. Пити-пить. Сказку можно написать. Пити-пить.
Этот посветлее чуть-чуть. Да, это посветлее. Тоже, да, такой желтенький, красивый цвет, но посветлее. Угу. Более такой. Ну, это приятный запах. Да, это более такой винный, без фармхауса вот этого. Без скотного двора. Значит, тот со скотным двором. Да, скотным двором. Желтенький крабанка с красным яблочком. Угу. А вот этот коричневенький крабанка, он чисто таким винным. Да, белая, чисто, полусладкая. Да, чисто винный такой запах. Очень вкусненько. Очень. То очень терпкое было, это более приятнее. Мягенькое, такое легкое, кислое. Угу. Очень жару, обалдеть, просто приятно. Обалдеть. Вот так хорошо. Хотел мотнуть головой, говорю, третье, да, и меня так. Опа! Из ядра унесло. Легкое-легкое, вкусное, да. Но я думаю, сейчас будет все в порядке. Уже? Уже в порядке, да? Ну если что, я продолжу. Я тебя не брошу. Хамин! Что, третья пошла? Пора согреться. Хамин, да, надо подогреть немножко. Пора согреться. Включаем камин. Зажигалка. Хорош. Этот, походу, еще светлее, да? Подожди, сейчас пузырьки уйдут. Да, этот еще светлее. Ого. Резко. Резко, как первый, да? Да. Такой. Тот такой более мутничком был, этот более светлый. Ага. Но запах. Ну тоже. Вот этот ферму чувствуешь или? Камин, да, да, с фермой. С фермы пошел. Да. Резкий тоже такой. Вино с фермерским запахом. Да. Резко. Ну что? Арриба! Понеслась. Ну давай. Ух ты! Резенький такой. Ну тут эти глаз. Глаз, держи. Выскочил. Что я? Жене скажу. Скотч. Где скотч? Резкий такой. Да. Это вам, я думал, мы попробовали. Жесткие все. Не нежный. Подготовили. Более резкий, тоже интересный, тоже легенький, тоже сухой. Кисленький, с запахом фермы испанской, не знаю, какие там свиньи, ну пахнут по-другому. Ну испанские свиньи, как и везде. Ну на нашей ферме тоже такой запах. Да, да, да. Но более такой, более резкий, прям кислинка какая-то резче. Здесь надо смаковать, здесь хлебать не получится. Карбонизация такая порезче, я думаю. Под мясо вот это. Да, вот. Да, под мясо такой жареный, такой с пойдет. Кровью стейк. Если тот второй там под этот самый, сырки. Под сыр, да, хорошо так смаковать, легенький. Здесь это пожестче. Это, да, мясом заживать надо. Да, да. Где они там, в Андалусии или в Валенсии, где они там? Аустрия, где? Северная. Аустрия? Угу. Северная часть Испании. Австрия? Аустрия. Аустрия? Аустрия. Но кричат, что римляне завезли сидр. Римляне? Ну, испанцы такие, типа... Да я там смотрел. Это мы вообще придумали. А тоже испанцы, да? Кто там был, блин? Там какие-то кимерийцы были, вестготы были, франки были, римляне были. Сынок, ты гугенот? Не, ну очень. Это самый благородный пока что среди этих. Да, хоть и фермой пахнет. Да, ну... Понимаешь, богатство. Ну, когда вот выпиваешь уже немножечко навеселее, уже когда раскрываются поры носа нюхательного аппарата, да, и ты более чувствуешь всю эту ароматику, такая она становится такая круглая, приятная. Прям. Господи, с кем я работаю?
Это я. Да, этот, так сказать... Даже сладковатость какая-то немножечко вроде как появляется. Оно кислое, сухое, но такое вот проскальзывает мимоходом. Так. Может, пиу! Сладость такая. Может, вот сладость. Это сладость. Она была. О, заметил. Тебе помочь. Вик, куда ты ушел? Тихо, спокойно, я забыл. В подвал испускался. Да. О, какой симпатичный. Следующий камин, да, ага. Прямо подвалы с бочками. Подвальчики с бочками. Кстати, сидр же говорят, что в бочках, слышишь, от трех месяцев, кажется. Да ты. Брожение, да, брожение. Да ты ж. От 4 даже сидра. Да, ну, да. Сейчас проверим. Заценим. Да, какие там почки. В почках или в бочках? Ну, в почках оно остается, но в бочках точно. Сначала, блин, оно уже не стоит как-то. Ну, такой. Такой веселый. Да. Продукт. Освежающий. Ага. Хорошо, блин, не время так. Свежо прям, хорошо. Да. Я теперь понимаю спонсор, что там вливается столько. У них там какой-то праздник, когда там в честь сидра происходит. У них там все улицы пахнут перебродившими яблоками. Все улицы перебродившими. Все улицы перебродившими. Ну что? Ну что, понеслась? Понеслась. Такой звук, конечно. Ой, какой классный цвет, слышишь? Да, цветик. Вроде одинаковый цвет, но какие-то оттенки. Оттенки разные. Не, я думаю, если всех собрать в один и тот же цвет, ну это. Более золотистые, более какие-то там солнечные, желтые. Ну что? Ну более, да, такой? Да, цвет, конечно, такой приятненький. Мне так больше нравится, честно. Лимонно какой-то апельсиновый такой. Средний. Ох, понюхай. Ух ты! Это вам. Это еще сильнее. Это вообще шедевр. Еще сильнее такой запах. Мои рецепторы просто. Да, еще мощнее. Вот этот камин. Этот мощнее, конечно, ребята, уже по запаху сразу слышно. По-моему, самый мощный. Да, я думаю, да? Сейчас на вкус будет что-то. Мы как-то по возрастанию. Да, вот не бессознательно выбрали. Да, выбрали очень даже так. Ну это то, что я знаю испанский, понимаешь? Да. 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 Вот так вот я даже сказал. Уже? Я еще не выучил. Сейчас. Ох, запах, конечно, пух. Мощный такой. Да, класс, очень. Вот прям. Да. Очень и очень. Да. Это, конечно, интересно. Конечно, класс. Необычно прям. Класс. А тут что ты, блин? Это вообще-то моя половина. Слышишь, а испану сидречку так вставечку, я тебе скажу. Ага, так ничего. Прям. Ну, почему-то мне так вот. Вот эти вот скалистый берег Средиземного моря, вот эта вот трава, оливковые деревья, апельсины. Mm-hmm. Не Азербайджан. Да. Да я только уже на языке крутилась уже. Хотел сказать Баку. Не-не. Оливки нет. Нет. Апельсины нет. Нет. Скалистое море, да. Да. Слушай, а вот ты как дегустатор, скажи мне, а в чем вот интерес от этого поднятия бутылки на 1.5 метра и чтобы туда наливать сидр? Все говорят, что если он обогатится кислородом, это будет еще вкуснее. Может, провернем такой ситуацию? Да. Илья, сейчас. Раньше.
этим вопросом. Чтобы не было сильного окисления, сразу оно окисляется, и ты оп! Да-да-да. Жажда утоляет. Пить не хочется совсем, да. Но пить хочется. Ну как, ты занесло тебя. Время, в принципе, относительная штука. Эйнштейн был прав. Кстати, Эйнштейн. Относительность наших миров, между прочим, это такая увлекательная штука. Понеслось. Да. Да. Отлично. Сейчас мы допиваем и начинаем опять следующий. Да. У нас еще остался шампаньол. Шампаньол. Сидр шампаньол. Да, бутылочка, конечно, симпатичная. Да. Я думаю, я люблю вот так вот на Новый год, знаешь, импровизировать. Вот, ну, меня шампанское достало уже, если честно. Мы каждый раз с женой все новое и новое. Разное там пиво. Сейчас попробуем. Вот интересно, сидр зайдет вот так на Новый год надо. Если сейчас зайдет и на Новый год. На Новый год пойдет. Ну, я думаю, надо сейчас... Закусить. Да. Подкусить. Забить немножечко. Шомпол. А то кислячка напились такого. Да, так. Кушать хочется. Ну, весело так стало. Да. Да ладно, весело. Нет, серьезно. Мы же профессионалы. Да. У нас серьезная дегустация. Ну что? Такая эстафета большая. Последний наш шампаньол. Ну давай. Le Garde de Camin. Ну это должна быть бомба вообще такая. Я думаю, да. Так, убьет нас нахрен. Да, это хлам просто. Разорвет. Такой, на, верняк. Да. Да, открыл нормально, слышишь? Что-то я левым глазом не вижу. Это вообще, да, более карбонизировано. Да, в целом яблочная игристая винишка. Настоящая. Ага. Ну это уже более шампаньол, да? Да. Ну, 12 часов давай не дожидаться. Я думаю, сейчас можно уже это все. И такой, да, видно, что со дна идут пузырьки. Да. И насмотрелся. Прозрачный, прозрачный, те какие-то вот... С мутничком. Ну так и не, ну надо не штампы, да, это мутничком, да, это вообще прозрачный. Ну это видно, такой на элитный напиточек. Ну да. Ну что, да-да, чтоб в этом году у тебя... Как-то не ассоциируется. Жарко. Жарко. Ну некоторые в Испании Новый год встречают. Ну такой нежный. Нежный, на первый похож, да? На первый похож, да. Более нежный, такой тоже вином и таким... Вином, да, таким белым, белым вином пахнет. И все-таки фермой. Фермой все-таки пахнет. Да, фермой. Это пристолка, это фермой. Везде фермой пахнет, да. Ну, я же не говорю, что это плохой запах. Он ассоциируется с благородными напитками. С садами, с натурпродуктом, не такой... Запах зеленого яблока. На тебе. Получай, да? Да, такой. Как. Можешь даже не пить. Зубную пасть, блин. Нет, запах брожения. Видно, что... Да. Сразу представляются такие ферма, бочки. Мужик в такой шляпе. Да. Грязными ногами мнет эти яблоки. Улыбка. А это ж не виноград, его мягкими ногами не помнешь, это такие мозолистые должны быть. Куда хоббиты? Ноги. Это хоббиты. Да, хоббиты. Которые мнут и создают сидр в Испании. Я понял. Да-да, я уже по интонации уже понял. Я понял. В Испании сидр делают хоббиты. О, как, не в Новой Зеландии, да? Нет. Это в Испании все было. Понял. Ну, прозрение. Толкин не то написал. Было бы еще три бутылки, я думаю, не то придумали. Ух, книжка бы сейчас пошла. О, это сладенькое. Вообще сладенькое.
шампанье. А это шампанское, да. Вообще приятное, отлично. Вкусненькое. Слышишь, шампанское. На Новый год, я думаю, да, даже да. Просто все отлично. Нормально. Жена, все нормально, у нас есть. Ну, это под десерты. Так вот, в этом году... Я все понятен. Успокойся, еще полгода до Нового года. Очень вкусно. Да. Такой тортик, тарталетка какая-нибудь вкусненькая, да? Да, очень вкусненько, очень приятно. Да. Класс. Но все равно, да, чувствуется мощь солнца, яблок. Чувствуешь, выдавливается из них сок. Чувствуется, что не виноградный, именно понятно, что яблочный. Кельты, например, так и спасали свою воду. Она у них скисала, да. Они туда сок добавляли, а потом бам, и сидр появился. Ох. Ага. Понятно. Так что... А потом напьются и корида, да? А потом бах, в Испании. Открываем землю, флаг сломали, новое. Понятно, как да-да, да-да. Уже я язык заплетался стал. Ничего. Понятно. В этом году... Завоевание, да. Блин, тебя. Все президентов включает. Да, текст сразу. Да. Ну-ну. Я понял, как завоевание происходило, да? Хотелось пить. Жарко. Хотелось пить. А я такой... Вода испорчена, там всякие микробы. Добавляют сок, пьют, утоляют жажду. Бах, новая территория. Технично, ты поменял ход истории, походу. Очень интересно. Надо задуматься. Меня все больше интересует коррида. Ты хочешь сейчас выйти в поля Чугуева и найти быка? Да ладно. Хорошо, я лямку. Ничего. Что случилось? Коробка. Что, молока больше что, не будет, что ли? Нет, молока не будет. Слышишь, ну ты перегнул походу с ней. Сидр, Испания, коррида. О, коррида. Да. Другой сразу разговор, слышишь?